Привет, котулечки, муркотулечки. Очень давно хотелось сделать одну штуку. Десерт сметана радуга. Помните такую? Тем более особо сложного там в изготовлении ничего нет. Итак, желатина, значит, у такого две пачки. Растворить в молоке. Когда желатин разбухнет, подогрейте его, чтобы он лучше растворился. Но до кипения не доводите ни в коем случае. После растворения выливаем в эту кесю-месю остатки молока и две пачки сметаны. Это же сметана радуга все-таки. Вы знаете, я не понимаю меру по вкусу. Говорят, добавь по вкусу. Я люблю меру на глаз. Чтобы не заморачиваться с несколькими слоями, мы ее сделаем однослойную, шоколадную. Выливаем предварительно подготовленную шоколадную глазурь и немножечко перемешиваем, чтобы были разводы такие красивые. По нужным формочкам разлейте смесь и поставьте ее в холодильник. Смотрите, какая красивая получилась, мраморная прям. Споживайте помирно, то есть кушайте немного. Да пронесет, не дай бог. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока!